на один раз, что меня выслушали до конца. Дело вот в чем. Вот ты видишь, что перед собой сейчас в постель, а я вижу тебя. Ой, надо потише сделать. Понимаешь, как же потише это сделать? Каждый человек бывает такой момент, когда ему совершенно необходимо объясниться с другим человеком. Катя, как это сделать потише? Ну, потому что я набегаю помощи техники, но мне так... Как это сделать потише? Понимаешь, меня может вроде перебить. Я запнусь и замолчу, а с постелью этого не случится. Правда, я можно разбить, но я надеюсь, что ты этого не сделаешь. Лен, сейчас тебе скажу то, что уже давно собираюсь сказать. Я не могу молчать. Я люблю тебя! Да, люблю! Ну что ты делаешь? Да, хорошо, конечно, придумано все здорово. Но почему ты выключил? Да потому что транслируется на весь зал. Правда? Все уже знают, конечно, давай еще. Ой, поверь, я не специально. Конечно, смешно, да, вот, признание слушать всем. А отвечать как будешь? Какой-то робкий, нерешительный. Да. Да ты робкий, нерешительный. Ну нет, что, я не права, Гриш? Не, ну помнишь, я там это самое тебе сразу сказал. Ну как его вот там. Это все? Да. Какая яркая речь. Ну,